Аж 20 лет прошло с того памятного круглого стола, посвященного проблемам развития гагаузского театрального искусства. Именно с такой ноткой грусти произнес эти слова директор Гагаузского национального театра имени Танасоглу Михаил Константинов на заседании второго круглого стола, которое состоялось в Камрадской картинной галерее по вышеназванной теме. В 1997 году был открыт театр, и театральное искусство, как видите, не развивается, поэтому и решили организовать именно вот такое заседание. Надеемся, что с сегодняшнего дня и далее начнем уже решать именно те вопросы, которые не решались все эти годы. И мы, то есть театр будет расти, расширяться, и в дальнейшем перспективе у нас будет настоящий гагаузский театр в Гагаузии. В работе круглого стола приняла участие заместитель Башкана Олеся Танасоглу. В своем выступлении она заявила, что наличие вопросов, касаемо театрального искусства в Гагаузии, решаемы. То, что у нас есть в Гагаузии два театра, это большое достижение. Мы в прошлом году неоднократно обсуждали эту проблему. Действительно, есть проблема с автобусом, есть проблема с кадрами, есть проблема с гастролями, есть проблема с популяризацией. Все эти проблемы есть, но они не настолько сложные, чтобы мы не смогли их решить. Принявший участие в работе круглого стола поэт-драматург Федор Занет подчеркнул, что театром автономии пока не получается быть живым носителем нашего родного языка. Надо, чтобы театр имел постоянный репертуар и постоянно шлифовал свой язык каждую неделю или показывать одну пьесу хотя бы на гагаузском языке, тогда это будет носителем. А так, когда раз в полгода выходит спектакль, то от него никакой пользы нет. С самых первых дней основания Чадырлунского театра свою трудовую деятельность в нем начал Илья Хаджи, нынешний режиссер данного творческого коллектива. Он признался, что эта работа ему весьма по душе, но есть проблемы, которые, по его разумению, нынешний круглый стол сдвинет в позитивную сторону. Особо его беспокоит большая утечка кадров в театральной среде. Сегодняшний круглый стол и посвящен тому, чтобы в ближайшем будущем хотелось бы и желалось бы, чтобы работалось лучше, нежели сегодня. То есть и как раз на этом круглом столе выдвигаются вопросы, как сделать так, чтобы нам в дальнейшем работалось лучше. Потому что сейчас практически особых изменений пока нет. Итогом состоявшегося круглого стола было принятие решения о том, что Управление культуры и туризма Гагаузии должно в трехдневный срок разработать проект рабочей группы для его представления исполкома и Народному собранию Гагаузии, который явится основанием по составлению стратегической программы развития гагаузского театрального искусства.